довольно-таки много гостевых персонажей. Кто это? Супермен? Нет. Шварценеггер? Что это? Кто это? Это коллектор? Нет, не коллектор. Это кто? Кто это люди? А-а-а, кончи! А-а-а! Все, must have. Я не знаю, кто... Это Такеда? Или нет? А почему все супергерои какие-то, алё? Кроме кончи. Омнимен, без понятия, кто это кончи? Письма Ермак? Такеда? Где Ермак? Кто из них Ермак? А, рядом с кончи Ермак. Такеда все-таки это Такеда. И каких-то три чижа, которые мне не знакомы. Не, ну ладно, слушайте. Ну хотя бы кончи, ладно, все. Я доволен. Я доволен Куанчи. Жан-Клод Ван Дам, скин для Джонни Кейджа. 5 новых камео. А какие камео? В смысле, это все камео, что ли? 5. Раз, два, три, четыре, нет. А кто камео? Понятно. А кто камео, пацаны? Ну ладно. Ну, надеюсь, кончи не камео. Ну и Ермак, ну и Такеда. Ладно. Комбат пак. Ростер ревил. Вы понимаете, до выхода игры еще 2 месяца, они уже показывают комбат пак ростер. Ну хотя, если честно, то, что здесь показали кончи, для меня, в принципе, предостаточно. Потому что я его не щупал, так скажем, уже 8 лет. Я надеюсь, они с ним не облажаются. Хочется, конечно, еще увидеть старого актера озвучки, потому что очень он тащил уж за счет своей харизмы. В принципе, во всем остальном, не знаю, это супергеройская тематика, какая-то лажа по мне. Если еще в МК-11 я как-то лояльно относился к тем персам из боевиков, под тот же Терминатор, Робокоп, за них было как бы не то чтобы они очень хорошо вписывались во вселенную Mortal Kombat, но это хотя бы такой... ну, за них хотя бы не стыдно было. А тут показывают то, что, мне кажется, для файтинга уровня Mortal Kombat с его жестокостью и всем прочим вообще не подходит. Я все же считаю, что в этом плане MKX на голову выше по... DLC персонажем. Я все еще в восторге от ксеноморфа. Я очень рад был увидеть там Джейсона Вурхиза, кожаное лицо. Но все-таки чужого я больше любил.